Ребят, ну что, в преддверии Нового года, да, я уже вам говорила, надо быть очень внимательными к себе. Вообще, каждый день нужно быть внимательными к себе, к своему лицу, к своей коже, да. И вот я каждый день делаю маски. Значит, сегодня у меня будет маска Beauty Lab лифтинг. Вот это я наношу, я вам сейчас это все покажу, делаем. Значит, это тканевая маска. Нам надо обязательно умыть лицо. Вот видите, мы умываем лицо, достаем масочку. Вот, наносим ее на лицо и лежим 15-20 минут. Могу сказать, что немножко я дольше лежу. Очень хорошо. Эта маска подтягивает кожу. Такой лифтинг-эффект, разглаживаются мелкие морщинки. Просто потрясающая маска. Вот. Будем сейчас ее делать, будем ее наносить. Кто еще не приобрел тканевые маски, пожалуйста, приобретайте. Рекомендую серию Beauty Lab. Это более сильные маски, они более имеют мощный омолаживающий эффект. Вот, еще у нас есть тканевые маски, я вам говорила. Серия Prolixir, тоже мега классные, в прямом эфире кто видел. Ну и, конечно, фруктовые маски. Вот, приобретайте именно сейчас и тканевые маски, потому что они имеют более мощный эффект по омоложению вашей кожи. Вот сейчас утро, вы знаете, что я обожаю маски, и вот именно сейчас я буду делать маску Beauty Lab Lifting. Просто, что я хотела вам показать. Я вот ее вскрыла, я вам всегда говорю, что там очень много такой целебной жидкости. Вот, видите, сколько ее много. Поэтому вот эту масочку вы наносите, тканевую маску достаете, наносите. И обязательно вот это все дело вы размазываете по шейке. Обязательно. Вообще, в преддверии к Новому году, пожалуйста, делайте маски каждый день. Так, значит, вот я ее нанесла. Beauty Lab Lifting. Она вот так вот выглядит, и она очень-очень жидкая. Сейчас все неудобно мне для лица, да? Но просто я вот выливаю эту жидкость, которая там находится. И вот видите, я промазываю себе всю шею, декольте. Не поленитесь, допустим, даже можно и грудь промазать. Это очень хороший такой этот укрепляющий эффект. Вот, и мы лежим 25-30 минут. Если есть возможность это сделать дольше, делайте дольше. Все, потом просто в душе это все дело смываете. И будете очень красивыми.